Ну, по большому счету, как бы это вот такое художественное заплетание ног. У нас было два варианта. Вариант первый, инвойский шага в сторону, это когда мы вместе с переносом веса поворачиваем корпус. И, соответственно, ноги у нас собираются. И собираются они не потому, что мы их, ну, отдельно от корпуса собираем, а они собираются за счет того, что, перенося вес и скручивая, мы как бы ну, центр тяжести он сам задвигает ноги. И ровно так же у девочки получается крест, что уже очень картавый. То есть вот это. Идея вся та же самая. Вот. И на практике Индровские мы делали в таком упрощенном варианте. Вот у нас очень назад. И теперь на момент, когда партнерша будет собирать ноги, я буду вместе с ней поворачиваться и потом запускать ее вокруг себя. То есть еще раз, связано, это выглядит вот таким образом. Это боковой инвростки. А есть еще инвростки из шага.